Итак, всем привет, ребят, еще раз. С вами Артем, и, собственно, это будет очень маленькая серия, в которой я просто покажу, как я дальше продолжу фарм. И, собственно, здесь я сейчас покажу, что я собираюсь делать со своими накопленными душами. Мне сейчас 351 тысяча душ. Я между, собственно, сериями нафармил 30 медалей света и 30 костяных оков. Впереди нам у нас еще фарм меч травы волчьей крови. Но сейчас я отправился в храм огня, чтобы там кое-что купить, кое-что прокачать и так далее. Так, собственно, что я должен сейчас сделать? Фарм 30 медалей и костей, вот. И, короче, нужно купить всю оставшуюся пиромантию у пироманта. Погнали. Это в первую очередь. Такс. Изучить пиромантию, собственно... Так, а я Штормхауса у него не покупал же, да? Подожди. Чё-то я не понял. Стой. Подожди, да уберись ты. А, у меня нет Штормхауса. Ага. Ладно. А у меня есть отравляющий туман уже? Да что, я что-то не заметил, честно говоря. Ну-ка, еще... Блин, подожди. А, у меня его нет. Так, все оставшуюся пиромантию мы у него купили. Дальше что у нас... сейчас идем и качаем веру до 28. Здравствуйте. Вера на 28. Так, теперь побежали к Лоскутику. Нам надо у него купить... не туда иду. Нам у него надо купить монеты. Хотя, честно говоря, не совсем уверен, надо ли мне это с сундуком на башке. О! О, снова здравствуй. Добро пожаловать в лавку чудес Лоскутика. Не устоять, правда? Моя драгоценная коллекция. Мне у тебя нужны монеты. Да. Ну, 96 пускай будет. Все. Ну, вот, собственно, вот такая микросерия. Я сейчас покажу, что я дальше собираюсь делать. И это опять у нас также будет происходить за кадром. То есть это будет проходить на стриме, но я не буду этого записывать, потому что это будут опять же однотипные действия. Короче, сейчас я отправляюсь в руины цитадели, и я сейчас буду заниматься тем, что буду фармить листья волчьей крови. Ну и плюс, ко всему прочему, мне понадобится 450 тысяч душ. Они также, в принципе, будут выпадать вот с этих чуваков. Вот. Для такого фарма я буду использовать ржавые монетки. Сейчас покажу, собственно, что я буду делать. Ржавые монеты. Вот они. Это во-первых. Во-вторых, я буду использовать символ алчности. Зачем 28 веры для оружия, которое я буду впоследствии использовать? Так. И, собственно... Что еще? А, ну, собственно, все. Да, еще я использую щит желаний. Щит желаний у меня от этого больше становится душ и так далее. Ну, короче, вот сейчас я проверю. Что у нас сейчас будет в итоге? Ну и вот, собственно, вот так я буду фармить. Я сейчас хотя бы одну получу.
Да, кстати, мне теперь интересно, а у меня поиск предметов 261. Поиск предметов все-таки увеличился вместе с монеткой-то. Так. Да блин! Я стоял далеко! Придурки! Снегодяи. А сейчас поиск предметов на 212. Да блин, чё ж с вас гнилая смола-то выпадает-то всё? Мне другая вещь нужна. Кстати, надо бы пароль убрать. Я что-то только сейчас понял. Подожди, дурак я. Вот. Да господи, что творишь-то, мать твою? Ой, ну чё, из них хоть из одного выпадет уже наконец-то волчья трава. Чтоб я просто тупо продемонстрировал, что из них она выпадает. Да ёпарасу ты... Блин, то из них выпадало подряд по несколько штук, а сейчас что-то вообще. А сейчас что-то как-то все затормозилось. Решил на запись показать, что из них выпадает волчья трава, в итоге она вообще выпадать перестала. Тихо, тихо, давай без вот этого. Да блин, хватит меня так избивать. Блин, одна гнилая смола с них выпадает. Чё ж мне так везёт-то? Короче, как видите, не самое это лёгкое, не самое это весёлое занятие. Да хватит меня бить уже. Я только что нажал на квадрат, он не выпил эстус, он просто не среагировал, идиот. Ой, придурок. Так, дайте мне показать. Здесь еще рядышком темные духи есть, с которых можно фармить бледный язык. Это круто. Спасибо, игра. Настолько сейчас добрая, что просто хренею.
Пожалуйста, пускай с него выпадет волчья трава. Я хочу уже показать и продолжить. Да ёпарасоте! Чё ж как везёт-то? Везёт просто прям вообще. Прям по-царски. Осколок титанита. Да. Дем-де. Успокойся. Волки нынче травы не завезли. Ну вот, вот, была меч трава волчьей крови. Короче, вот такая штука. Я сейчас буду дальше продолжать заниматься ее фармом. Мне нужно 30 штук. Так что вот, я в принципе вам в серии все показал. Серия маленькая. Вот, тем не менее, я просто вам продемонстрировал, где это и как делается. Дальше я буду опять фармить. Ну и следующая серия у нас, понятное дело, будет уже... после того, как я фарм закончу. Так что вот, ребят, подписывайтесь на канал, вступайте в наши социальные сети. Ладно, на этом все. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока.